котик скажет мяу, а енотик скажет... Боже, какие они у меня моднячие. Да, я скоро с такими темпами, блин, перееду в Москву, блин. Вот такая обувь у деда, блин. Реально, не знаю, блин. А сейчас я вам покажу модную обувь. Сейчас. Вот такие, блин. Вот, смотря. Вот такие, смотря. Подкрадули у меня. Шо? Да, смотря. Вот такие, блин. Вот такие у деда тутли. Модные. Я сейчас вам покажу, только никому не показывайте. А то мне девки заебут в ЛС писать. Смотря. Это реально, да. Блядь. Тут у тебя одна нога, а тут две. Как так-то? Что там? Что, ща, братан, не слышал? Сейчас я перепрочту донатик, сейчас. Меня в таких белькельмешах дед умер. Так и насрал бы туда, а надеюсь, носочки ЛДР пыльные. Надеюсь, ты хоть снял, а, с деда их давай снял? Еще, кинь за свои пиджские, доставай. Ну, что скажете мне? И кто тюфяк после этой фото, да? Дед, да, твой канал в Телеграме взломали, теперь постят там фотки какого-то бомжа в жилетке Вассермана, растянутых леггинсах и футболке из жопы. Это я на фотках. Это я брутальный там. Это я только что, это я себя сфоткал. Хотите, я могу продать. Я могу вот эти подкрадули по почте прислать. Да, за двадцатку. Да, потому что, ну, пока там пересылка там, я не знаю, сколько они стоят, я не помню. Я их покупал лет 20 назад. Ну, они сохранились, потому что я их, ну, на особый день не оставил. Ну, это кожа дикого вепря, смешана с кожей дракона и с клыков дракона, из зубов дракона, клыков выточена подошва. Куда написать, чтобы купить у тебя? Так они, я тебе сразу скажу, что они не новые. Да. Ладно, не продаю, блин, это мои, блин, особые. Я в этих, блядь, это мои счастливые, я по телочкам в них хожу, понятно? За сотку только продам, потому что они счастливые, блин. Каждая тёлка дает, когда я в них прихожу в гости. Все ваши донаты за последние дни пошли на то, чтобы эта хула обулась на осень. Купи себе лучше чулки, возьми помадку Уралинки, даже бомжам под мостом, ты слабая женщина. Что за бред? На этой картинке демонстрируется, как нужно одеваться, чтобы остаться девственником. Завиды, лысолой. Вот, вот такие вот они у меня. Соточку стоят кожаные. Ну, для вас соточку, так я их купил дешевле. Вот, смотря. Это вид сбоку, смотря. Хочешь? Ля, какие. Ну, представь, ты к своей тёлке такой подходишь. Бля. Нахуй ты мои свадебные отдел обувь, сними нахуй. Эх, блин, тихо, блядь. И весь этот кринж вещевой происходит под головой с гнездом. Ёбаный стыд. Выруби, пожалуйста. У меня котенок даже блеванул. Дед, ты ковбой, не слушай никого. Спасибо. Раз. Видал, что сделал? Переобул, типа. Смотри, раз. Раз. Да. Вот это бан фото. Вот это оригинальное. Вот это бан. Базара Эксайт. Да. Это жилетка рыбака, а не Вассермана, понял? Это для рыбалки у меня. Счастливая. Когда я ее одеваю на рыбалку, щука сразу сама прыгает в лодку, понял? Дед, если бы ты был рэпером, у тебя никнейм был бы МС Пожилая Срака. Почему это срака? Сраку тебе посерешь, понял? Видал, как эти подкрадули машины, просто раздвинули. На изичайшем, сука, пошло. Да. Вот это бан.